В Твери в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, на несколько дней ограничат движение транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Так, на Театральной площади запретят движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятия, с 23 часов 20 февраля до 20 часов 21 февраля. С 9:30 и до 11:30 23 февраля будут перекрыты улицы Советская, Салтыкова, Щедрина. С 18:30 до 20:30 23 февраля движение также ограничат по улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на набережной реки Тьмаки, на Краснофлотской набережной. По случаю праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню, движение и парковку транспорта ограничат на Театральной площади с 23 часов 5 марта до 20 часов 6 марта. Автовладельцев и владельцев транспортных предприятий просят заранее планировать маршруты объезда.